со страхом Божиим и верою приступите. Благословенно имя Господне, Господи, явися нам. Верую, Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, Сын Бога, живаго, пречеды мир грешный, спасяти же первые смазащие верой, как сей самое пречистое тело, самое честное кровь твоя. Молюсь Тебе, Тебе, помилуй и прости мне всякое грешение мое, вольное и невольное, словом я за делом, за ведение и неведение. Спаду мне суждено причаститься, причистить Твой таинство, восставление грехов моих и жизнь вечно. Аминь. Вечер Твоя тайна, Сыне Божий, причастниками примени. Не во время тайны повем, не лобзанье Тебе дам я, Каюда, но разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистить Твоей тайны, новое исцеление души и тела. Аминь. Боже, люди Твоя, и благослови достояние.